Я же левую часть. Я не могу, мне на того сердце замирает. В этих книгах вы найдете то, чего нигде нет. Эти книги написаны без преградов, глаза нравится, не нравится. Так говорит Бог. Эти книги в пророческом духе. Поэтому, кто сегодня их считает, содрогается буквально. Как он лежит там? Это сказано не где-то, в огромных аудиториях, где представители ФСБ, администрации, то все это написано. Если фильм мы заняли первое место в международном конкурсе, то это говорит о чем-то? Сегодня у нас, по-моему, сегодня 15. Второй день поставить. Вот и все, штамп. Как только я положу в папку, вы делаете справа вот. Все хорошо. Уже я буду говорить как о книгах ваших, уже не своих. Это 1,40 метра полка занимает. И когда спрашивают, как назвать, видите, я вот кавычки, говорит о том, что открытым начинается до ока, я как бы насильно голову выворачиваю кверху. Ну посмотрите, люди, на небо, хотя здесь оно, можно назвать так, открытым оком, а можно назвать вторым названием, на свете Библии. Это брат, благословение. Книги не то, что проверено там, где она на самом высшем уровне. Библиотека номер один Ленина имеет. Парламентская, историческая. Я показал сейчас Тюмень, Омск, Челябинск, Томск. Полная папка. Мы второй месяц. В Кемерово еще не были? В Кемеровской? В Кемерово были, да. Давайте я покажу в Кемеровской. Чтобы вам это было. Можете снять даже копию. Вам было бы интересно это. Вот, кажется, это какая? Посмотрите. Какая? Новокузнецкий район. О, Новокузнецкий, так. Угу. Теперь смотрите. Междуреченск. Это городская библиотека. Так, Благовотинск. Так, вот так вот. Посмотрите, какие библиотеки. Угу. Это только в вашей области. Это вот наши соседи. Да, да, считайте. Угу. Белово, детская библиотека. Послушайте, какие библиотеки. Это только по вашей области прошли. Угу. Так, смотрите. Вас что-то заинтересует, и вы можете ксерокопию снять. Держите. Угу. Это Борчатский. Вот Кемерово просили. Ага. Кемерово. Вот печать Кемеровская. Областная научная библиотека. О! Да. Угу. Вот это областная ваша библиотека, вы имеете в виду. Дальше это какая? Новокузнецкая. Она даже каждый больше ее. ЦБС. Может быть, вам нужно снять, чтобы. Да нет, не нужно, мы просто посмотрели, что. И вот и дальше все это идет. Угу. Ну, вот по порядку они идут. Мы только в Алтайском крае 51 район охватили. Прошли от Байкала. Понизу до Москвы и дальше севером вернулись. Ой, ну спасибо и вам. Кое-где сегодня были и спрашивают, как это ваше. Да, да, все это я заберу. Ага, все это. Да, да, да. Ну да, это все ваше. И паспорт ваш как раз мне нужен. Так, последнее. Просим выйти на улицу, сфотографируйся на память. Ну, Сереж, ты еще хотел спросить? Так. Адрес. Нет,